Hi guys, welcome back to Junris Lagadag Reactor. For this video reaction, let's go to Russia once again, our favorite country, and pass it back to our Russian friends. And the title of this video that we need to do some reaction for today is comments of foreigners about Russia and Russians. So this is just a part two of our previous video reaction, and I'll put in here, guys, the first one that we did, like the comments about foreigners to Russian. I hope guys you'll be having fun and enjoy watching with this one. And if you really have some comments and suggestions related to Russian video, guys, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And credit to the owner also with the video, of course, two tablet memory. I'll put in the description box below so that you can connect also with tablet memory. Let's get to it and jump into the video. I hope you'll be having fun and enjoy watching with this cool and amazing and funny video about the comment of the foreigners to Russian. And turn on the subtitles, guys, please do, to our Russian and non-Russian friends. Wow, thank you so much for this video. Здравствуйте, дорогие друзья, и это новая 129-я часть комментариев иностранцев под видео о России. И сегодня для вас много новых интересных видео, ну что, поехали! А первая реакция иностранцев на ролик BBC о необычных взаимоотношениях русского медведя и его хозяина. Вы когда-нибудь думали, что у вас может быть домашний медведь? Не пытайтесь повторить это дома. Но летчик Андрей Иванов не смог устоять перед этим пушистым братишкой. Он и медведь по имени Мансур, похоже, подружились. Этого мишку нашли брошенным на одном из русских аэродромов, когда он еще был совсем маленьким. Мистер Иванов говорит, что тогда он был даже меньше, чем кошка. А теперь он весит 250 килограмм, и теперь это уже не шутки. Мистер Иванов говорит, что залог дружбы с медведем – это общение. Зверь милый, зверь интересный, зверь умный, высоко развитый интеллектуально, в общем-то, среди других животных. Он живет в своем собственном вольере, который для него построили на аэродроме в Калужском регионе. Теперь он местная знаменитость. Вот правильно, главное это общение и взаимопонимание. И банка сгущенки. Переходим к комментариям. Первый комментарий. Очередной русский делает что-то очень русское. Просто мужик и его домашний мишка в матушке России. Следующий комментарий. Общение это самое главное. Не знал, что медведи могут говорить по-русски. Короче, как ты мог узнать, если ты сам не говоришь по-русски? Следующий комментарий. Ну, конечно, это русские, да. Следующий комментарий. Даже во взрослом возрасте медведи просто умилительное. Мирное сосуществование между людьми и животными – это то, что нам нужно достичь. Вот мы уже достигли, догоняйте. Следующий мужик дружит с медведем. Дайте мне угадать, русский, да? Следующий комментарий. Я вот недавно оделся как медведь, но никто не хотел со мной дружить. Все просто разбегались в страхе. Да, пожилой мужик в костюме медведя, все хотят такого друга. Следующий комментарий. Не повторяйте это дома, они говорят. Хорошо, не буду, а то ко мне тут как раз медведь забежал домой. А мы переходим к следующему очень красивому видео. Это недавнее извержение вулкана Ключевской. Really? I was first out laughing with that one. Beautiful music. Oh, this is in Russia. Imagine a coldest place on earth, but still volcanic activity was still очень красиво, existing. Конечно. Да, 2020 год. Теперь еще и извержение вулканов. Наверное, в начале этого года какой-то сраный рак таки свистнул на какой-то горе, и по всему миру начала твориться дикая хрень. Переходим к комментариям. Первый. Выглядит так прекрасно. Следующий. Самое лучшее шоу природы. До тех пор, пока оно далеко от тебя. Следующий комментарий. Здравствуйте, мистер Путин. Надеюсь, вы будете здесь для меня и моего сына для благословления и молитвы. Вот не понял. Либо она спутала Путина с Санта-Клаусом, либо
готовятся к аннексии. Следующий комментарий, что случается в России, остается в России. И последний комментарий, я называю это, так скажем, критическими днями матушки России. Ой, дружище, критический день матушки России, это 1 января. Так что готовимся. А мы переходим к следующему видео, которое называется «Самый сильный человек России, о котором вы ничего не знали». Андрей Смаев, 21 год, вес 105 килограмм, рост 185 сантиметров. Подтягивание с весом в 104 килограмма. Плюс 112 килограмм. Плюс 142 килограмма. Плюс 144,5 килограмма. Вес 220 килограмм. Might be more than 100 kilos. 250 килограмм. 250, so... 75, вот это да, я тоже так могу, но потом. Переходим к комментариям. Первый. Да, уважение тому мужику, который устанавливал эти турники в парке. Следующее начало видео. Первое предложение где-то в России. Я говорю, а, ну да, тогда все правильно. Дальше, просто слов нет. Просто Геракл. Спасибо за то, что поделились этим. Огромная мотивация для всех нас. Следующий комментарий. Роза красные, фиалки синие. Всегда будет русский, который сильнее тебя. Да, это у них такой в Америке мем есть. Роза красные, фиалки синие. Попробую перевести с адаптацией и с рифмой. Розы красные, Обама гей, всегда есть really? Русский, тебя That's сильнее его. Следующий комментарий. Абсолютно умопомрачительно. Этот парень может в таком огромном количестве соревнований победить и заслужить кучу наград. Это мощнейший воин, славянская генетика плюс годы усердных тренировок. Огромное уважение к этому парню. Следующий комментарий. Мне бы хотелось узнать, какая у него диета. Должно быть, он съедает оленей целиком, причем сырыми. И последний комментарий. Да, должно быть, когда он снимает весь этот вес, он начинает летать. А мы переходим к следующему видео, в котором очень красиво и очень талантливые русские девушки поют. Уж вы, девушки, поиграйте, да молодушки попляшите. Ох, эле, ох, эля, ой, да люли, люли. Вау, it's beautiful. Гуляет во полночь, домой приходит. Ох, эле, ох, эля, ой, да люли, люли. Черную шляпу сниму, да поцелую, обниму. Ох, эле. Да, я смотрю, что-то не так. Ни масок, ни социальной дистанции. Люди по улицам ходят, улыбаются. А потом смотрю ролику 2 года. Really? Интересно, they're вам тоже хотелось бы улыбнуться в прошлое? Напишите в комментариях. Переходим к комментариям. Первый. Прекрасная земля, прекрасный язык, прекрасная музыка и прекрасные леди. Следующий. Мое сердце просто вырывается каждый раз, когда я слышу ваше английское пение. Спасибо вам, девушки. Следующий комментарий. С любовью из Польши. Следующий комментарий. Давайте-ка я попробую перевести смысл этой песни. Мы очень красивые, слушай, как мы поем. Ну что, да, я буду. Следующий комментарий. Ух ты! По-настоящему женственные девушки? Да, такого здесь у нас на Западе уже не увидишь. Чё, не расстраивайся, дружище. Зато у вас новый вице-президент какой классный. И последний комментарий. Приезжайте к нам в Сербию, дорогие сестры. Давайте будем петь вместе. Вот разбойник, ты смотри на него. Сиди дома, маску надень. А мы переходим к следующему видео с реакцией иностранцев на то, как Норильск недавно прям-таки завалило снегом. That's how the ice in Russia. Oh my God, it's like... Так, ребята из Норильска, вы там откопались? Напишите в комментариях. Переходим к комментариям. Будет так много работы для глобального потепления. Следующий комментарий с таким двойным смыслом. О, а у кого-то там белое Рождество. Следующий комментарий. Весь мир завалило снегом. Россия. О, скоро лето. Следующий комментарий. Только что температура у нас во Флориде опустилась ниже 50 градусов по Фаренгейту. Мы тут все укутываемся. Перчатки, куртки, пальто. Дружище, если кто не знал, 50 градусов по Фаренгейту, это где-то плюс 10 по Цельсию. Бедняжечка.
Следующий комментарий. Да, если бы в любом американском городе навалило столько снега, его бы точно закрыли на пару недель. Дружище, если ты не заметил, полмира закрыли, даже без снега. И последний комментарий. Чёртово глобальное потепление. Да, действительно, когда нужно, тебя нет. Друзья, а наш обзор подходит к концу. Спасибо за ваше время. И если вы не хотите пропустить следующий обзор, который будет завтра, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Также недавно кто-то поддержал канал. Хочу поблагодарить за поддержку кого-то из Краснодара. Краснодару привет. Также кто-то прислал поддержку без сообщения. Спасибо огромное. Также спасибо нашему давнему подписчику I Believe I Can Fly. Также благодарен Антону Алексеевичу, который прислал поддержку с сообщением «Не пропадай надолго». Очень постараюсь. Надеюсь, YouTube со своими страйками успокоится. Также очень благодарен Наталье Ивановне, Александру Владимировичу Б, который прислал поддержку с сообщением «Ну, наконец-то вернулся». Друзья, я тоже по вам очень скучал. Также Алексей Анатольевич поздравляет всех с Новым годом. Просит поздравить Олеся и Егора. Олеся и Егор, с праздниками вас. Также благодарен Лане Петровне. Большое спасибо Олесе Александровне. Алексею Александровичу огромное спасибо. Он пожелал всем счастья и благополучия в Новом году. Также благодарен Алексею Петровичу, который поддержал канал сообщением «Привет из Питера от друга». Спасибо вам огромное. Питеру огромный привет. И также очень благодарен Тамаре Борисовне, которая поздравляет всех с Новым годом. Да, друзья, огромное вам спасибо за поддержку. Также поздравляю всех с наступающим. Но завтра будет еще один новогодний выпуск, так что не пропустите. Всего вам самого доброго. Yeah, right. Much love and respect from the Philippines to this Russian video. That was so amazing. And this is just like they're saying or they're showing in this video how was the foreigners or the other, like the non-Russian saying to their country or what they can see on those people on the video. My goodness, seeing those like talented ladies, they are singing. Wow, Russian ladies are beautiful and so talented also. And imagine those guys, like the heavy lifter. My God, he carried for 250 pounds. That's very incredible. And a lot of like seen in that one that the Russians are unbelievable, but still Russian can handle with it. Even the coldest weather, they really can handle because he used to it. And this is such an amazing video also. And I hope guys, you enjoyed watching with this one because this is so interesting and so fun. It's like it's making your day. And this is such an interesting to watch also. And a lot of people saying with this one in such a humor way. And I respect with that one. Much love and respect once again from the Philippines. And it's possible to our Russian friends. Guys, if you enjoyed watching with this one, if you really want to see the full video, it's on the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. This is Junris Vlogger-Agriak saying stay humble, stay positive, guys. If you have some comments and suggestions related to Russian videos or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond you all and make your video request. And if you want to connect my second channel, it's in the description box below. If you want to connect my social media account, it's in here, guys. Thank you so much. Mabuhay po tayong lahat. And have a good day, everyone. Bye-bye, guys. And see you in my next video reaction. It's possible to our Russian friends.